А перед началом видео хочу напомнить, что если вы решили обновить свое устройство, то сперва загляните на e-каталог, причем абсолютно не важно, что именно вы будете покупать, то ли это монитор, то ли это телефон, e-каталог поможет в любом случае. Фильтруйте также товары по категориям, ценам и многим другим параметрам, а также сравнивайте выбранные товары и выбирайте лучшие устройства по характеристикам. Если вы уже определились с товаром, то e-каталог будет хорошим решением, чтобы посмотреть все характеристики, фотографии, отзывы о товаре, а также найти самое выгодное предложение среди возможных. E-каталог имеет удобный и возможный интерфейс, который поможет не только сэкономить ваши деньги, но и время. Ссылка в описании. Ну что, друзья, скорее всего, это хэппи-энд. На прошлом ролике просто нереальное количество лайков взлетело за один час. Я понимаю, что вы 10к в любом случае там добьете, просто это вопрос времени. Но я должен это сделать именно сегодня, завтра уже будет поздно. Сейчас я сделаю фул прокачку на этом аккаунте, именно конкретно этой колоды. И можно считать, что я прошел игру на этом аккаунте. На самом деле, ну, онлайн игру невозможно пройти, но я думаю, что каждый человек для себя ставит какие-то цели, задания в играх, возможно, и в жизни, неважно. Вот, и проходит игры по-своему. Кто-то играет первым уровнем на высоких кубках, кто-то играет на первой арене, прокачивается полностью, кто-то играет фул прокачка на высоких кубках. А если посмотреть на мои проекты, у меня есть три цели у них. Первое, прокачать одну колоду на максимум. Второе, поднять хотя бы мастера любого, неважно, первого, второго, третьего. Ну и третья цель, разыграть его среди своих подписчиков. Так вот, я уже две цели сейчас выполню. Мастера я уже взял, и останется его разыграть завтра на стриме. Но сейчас я сделаю фул прокачку, а после этого сегодня буду апать 5200, а буду я апать 5200 на канале Holdic Life, ссылка будет в описании, приходите, смотрите. Ну что ж, приступаем к открытию, не буду тянуть, 30к гемов должно вполне хватить, и потом прокачаю полностью колоду, сделаю скриншот, и завтра я этот аккаунт, блин, с огромной радостью вручу своему подписчику. Надеюсь, он будет очень рад, потому что, ну, мне этот аккаунт очень нравится, очень зашел, и колода реально, я до конца сомневался, что Core Gigant это что-то годное, но вы посмотрите, ребята, в TV-Royale, посмотрите, Core Gigant, они везде, там реально очень много топов играют Core Gigant, поэтому это сейчас в тренде, это сейчас в моде, причем с фул прокачкой, куча легендарок, это просто конфетка, не аккаунт, и, блин, и все классно, блин, я бы, рад был бы, если бы мне подарили такой аккаунт. Ладно. Сколько у нас осталось, получается? 500 карт, мы уже все, ровно половину. И сколько мы гемов потратили? А гемов потратили всего лишь чуть-чуть. Причем тут еще гемы останутся. И возможно на те гемы, которые тут останутся, я немножко проведу турниров для своих подписчиков. Возможно даже за 2000 гемов. А может быть и за 10к. В общем, хз, приходите сегодня на стрим и все узнаете. Стрим будет опять же по ссылке в описании. Я всех жду, ребята. Там не все подписаны на тот канал, поэтому пожалуйста, подписывайтесь, ссылка в описании. Holdic Life, я вас буду всех ждать. Так, ну вообще я постараюсь сделать так, чтобы победителю еще гемы тут какие-то остались. Хотя победитель и так получает жирный аккаунт, поэтому я думаю, что будет справедливо, если на гемы, которые тут останутся, сделаю какой-то турнир. Если хватит гемов, сделаю за 10к, если не хватит, сделаю за 2к, несколько турниров. Поэтому, блин, турниров давно не было. Это у меня сейчас буквально эта идея родилась, поэтому, ребят, вдвойне надо подписаться на канал, да еще и на колокольчик там нажать, чтобы не пропустить. Так, ну что, осталось чуть-чуть, я спокойно открываю, не парю, что гемов не хватит, гемов 100% хватит, это реально последний донат. Сколько я всего гемов потратил на этот аккаунт, честно, я не знаю, я не считал. Если кто смотрит с первого выпуска Хабиб, пожалуйста, попробуйте посчитать, сколько я потратил гемов, и напишите в комментариях, сколько всего было задоначено гемов сюда и потрачено, чтобы сделать фул прокачку одной колоды. То есть, понимаете, чтобы сделать фул прокачку одной колоды, недостаточно только карты выбить, еще надо золото, это тоже, блин, гранды надо катать, либо донатить опять же, ох. Я вот отвечаю, в скором времени, наверное, перед Новым годом, может быть, подытожу, сколько я потратил денег за этот год, за все время, сколько я провел проектов, вообще все-все изменения, наверное, за весь год постараюсь в один выпуск вместить. Это будет сложно, этот выпуск надо подготовить реально, собрать всю информацию, и, наверное, не один день буду делать этот ролик. Так, получается, да, еще 9 карт осталось. И, в принципе, на Новый год выкачу такую вот, знаете, итоговую статистику своего канала. Ну что ж, последний сундук открываю. И, в принципе, моя колода на Хабибе становится полностью фуловой. Ах ты, блин, поднасрал, Суперсел, поднасрал, сука. Это тупо западло было. Смотрите, сейчас опять выпадет не мини-пека. А ну, чекайте. А нет, все, мини-пека. Все, ребятки, это свершилось. Фул колода. Я завершил проект. Смотрите, прокачиваю за 100 тысяч вышибалу. Да?
и прокачиваю за 100 тысяч. Смотрите, 4,5к гемов. Ба-бамс! Просто 12 тысяч гемов осталось на аккаунте. Сегодня будет турнир на 10 тысяч гемов, а победителю останется аккаунт, где фулл колода и 2900 гемов на балансе. Я думаю, что это неплохо. Давайте сделаем скриншот. Просто последний скриншот на аккаунте. Это хэппи-энд. Это хэппи-энд, друзья. Я, честно... Блин, не знаю, что у меня, это какое-то чувство гордости, что ли, я не знаю, хотя ж казалось бы, что тут такого, вроде донатишь, открываешь. Я не знаю, ребята, как это объяснить, но как с фулл прокачкой мне стали, что ли, соперников подбирать мощнее, либо, ну, реально скилловее. Я тупо сейчас 4 катки подряд слил, 1, 2, 3 и 4. До этого все ровно, без поражений, а тут вдруг все 4 поражения. Блин, я удивляюсь балансу этой игре. Ну как такое возможно? Играешь идеально, да? Ну, то есть, победы, а потом резко поражение. Ну, чё нету так? Победа, там поражение. Победа, поражение. Ну так, баланс какой-то такой, знаете, чтобы и того понемногу. А то резко, либо победы, резко, либо поражение. Это объяснить можно только тем, что подбор. Реально подбор очень как-то влияет. Ну, я ведь не мог, да, внезапно разучиться играть или как-то играть по-другому, потому что, ну, у меня нету других объяснений. Я не знаю, 4 поражения подряд. Это не фулл прокачка, это не элитки были. Просто реально, наверное, из-за того, что у меня полностью прокачана колода, может, из-за этого мне подбор стал другим, знаете, какая-то планка подбора. Хард подбор. Ну, хз, короче, ладно, поехали. Сейчас еще сыграю 2 катки, может, не знаю. Если опять проиграю, то, блин, тогда я не знаю, что делать. Мне кажется, что... Теперь, блин, надо было наставить прокачку, попробовать с той предыдущей. Но я все равно сегодня буду пытаться брать 5200, друзья. Это меня не остановит. Поражения не всегда у меня были, они есть и будут. Но останавливаться на полпути, я думаю, нету смысла. Сейчас реально это шанс взять 5200 сегодня. И я надеюсь, что получится. Если вдруг не выйдет, ну, возможно, мы сделаем 5200 чуть попозже. Конец сезона еще не завтра, конец сезона в понедельник, да, или когда? Не, он наш в следующий понедельник. Или когда этот конец, блин, я забыл. Не, через 11 дней, да, получается он? Ну да, наверное, в следующий понедельник. Ну, тем более, 5200, думаю, что возможно сделать. Так, а вот это уже, конечно, вот это уже посерьезней соперник. Смотрите, ведьма. Бля, мне нечем дефать. Ну, вышибалой давайте. Посмотрите, сколько снес дровосек, пока я накопил на вышибалу. Принц, дровосек, элитки, извращенец. Просто извращенец. Но я кину разряд, хызы. Чё-то не хочу, чтобы вышибала сдох. Хотя он и так подыхает, к сожалению. Смотрите, я на одну карту трачу 3 карты. Зап, вышибала и лучницы. Хрен знает. Хотя, опять же, чё я жалуюсь, у меня же фулл прокачка. Блин, удивительно как-то, удивительно. Ладно, сейчас пойдет Хок. Хрен его знает, как его задефать с магом. Тоже нереально как-то, мне кажется. Ну, давайте печку ставить. Задефать можно, но просто опять же я теряю юнитов. Я теряю печку, теряю сейчас мини-пеку, скорее всего. О, двойной эликсир. Фух, ты мой спаситель, двойной эликсир. Кидаем фаербол. Мини-пека, тычку. Ты ж 13 уровня. Ну ладно, пойдет. Так, элитки, я готов был к этой атаке, я подготовился, отлично. Все, этот эмбрион начинает выпускать все карты подряд, и надеюсь, что это меня спасти должно. Смотрите, просто это амеба, он все подряд выпускает. Все, ставим печечку. Ну, колода у него, конечно, странная, я так понял, она без заклинаний у него, наверное, вообще абсолютно. Ну, разве что рейдж. Громовержец. Тихо, громовержец. Давайте, гром на гром. Отлично. Так, готовим сейчас фаербол на ведьму. Логично было, что там ведьма будет. Тут мы стреляем шариком огненным, добиваем ведьму. И электродракон почти нанес урон. Сплитим лучниц, потому что эта амеба, может быть, захочет справа свитч сделать, да? Но, естественно, ему это не нравится, что он не может добить слева вышку и посла уже внезапная смерть. И я уверен, соперник уже начинает нервничать. Что происходит? Почему я проигрываю? У меня ведь элитные варвары. Я ведь слышал, что они имба. Но тогда почему я проигрываю, если играю имбой? Так, секундочку. Хорошо.
Так, меня спасает то, что реально у соперника нет заклинаний. Я могу спокойно дефаться от его атаки. Но до двойного эликсира было сложно. Было сложно, особенно когда пропустил дровосека. Так, тихо. Фух, отлично. Тут такое, короче, я еще не буду так сильно расслабляться, потому что проход может быть проход еще. Но шансов у него немного. Шансов у него немного. Если я не затуплю, то все окей. Тут, в принципе, не нужен скилл, чтобы его задефать. Вообще абсолютно. Вот его свич на левую сторону. Ставим так. Я думаю, что кинуть разряд. Гигант будет дольше жить. Дальше закинуть фаер. Закидываем фаербол. И, в принципе, победа. О, май гад! Сложно. Блин, и это даже еще не 5000. Это еще даже не 5000. Фух. Ну давайте, последнюю каточку сыграем. Последнюю. А дальше продолжим на стриме. Блин, только взял 4900 в прошлом ролике. Сейчас слил. Так в прошлом ролике прокачка была хуже. Но опять же, под вечер как-то сложнее играть. И может быть из-за того, что еще у меня реально сменилась прокачка. Типа она стала лучше и подбор начал, ну типа другой теперь. Ну не знаю, может нет, может мне кажется. Ну просто, блин, как-то, когда ты подряд проигрываешь так много каток, типа думаешь, а что, ну, в чем причина, что я так много проиграл. Типа до этого все хорошо было, да, а сейчас проиграл. Проигрывать точнее начал. Так, ладно. Убиваем принцесску, это Хограйдер. В принципе ничего такого, вот против кладбища тяжело, я вот два раза против кладбища выходил. Вообще невозможно дефать. Хоть с Пойзоном, хоть с этим... хоть с Фризом, вообще Unreal. Но это вообще, я не понимаю, это дичь полная. Просто дичь. Как можно таким играть говном? Просто брать Хограйдера и брать Королевского Гиганта. Как? Как? Ну как, скажите? Ну разве это хорошая связка? Зачем? Окей, давайте Электродракона. Блин, обалдеть. Только отдефался от кор гиганта, и тут атака Хога. Зашибись просто. Так, ну, на двойном эликсире, может быть. Ну, этот колдун задефает, да? Так. Так. Блин. Я не знаю, что мне делать сейчас. Ставим печку. Ставим печку. Так, духи пошли. Так, тут фаербол. Фаербол. Значит, у него еще орда миньонов, да? Тут мини-пека. Так, прекрасно. Мини-пека. По идее, Коргик не нанесет урон. Но тут лучницы без разряда. Потому что я и так убью миньонов. По идее. Вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай. Наверное, надо было кинуть разряд. Хотя бы лучницы выжили. Ладно, ставим королевского гиганта. Надеюсь, пека сейчас у него не... Ага, еще инферно. Ух и припиздок. Так, фаербол. Давай тычку, пожалуйста. Родной, давай тычку. Родил, да. Ну что ж, я теряю сейчас вышку, скорее всего. А нет, почему? Я эту вышку еще не теряю. Нет. О боже. Ракета. Обалдеть, пацаны. Я в ахере. Очень странная колода. Очень странная. Так, орда миньонов сейчас будет. А нет. Блядь. Разряд, наверное, рано, разряд. Фаербол, плиз, тычку, Коргик, сука, Коргик, ты что подвел меня так? Ты что мне так подвел? Ребят, ну сложно. Сложно было выиграть его. Ну вы смотрите сами, блин. У него и Коргик, и Хог. Блин, с фулл прокачкой стало сложнее играть. Плюс ракета еще, инферно. Опасно. Ладно, друзья, приходите на стрим, продолжу там. Наигрался, конечно, я. Что-то начинает пригорать уже. Фух, сколько до конца, сейчас проверю. 9 дней. Ну да, все правильно. На следующий понедельник конец сезона. В общем, не знаю, посмотрим, буду я опять 5200 или не выдержу. Ну что-то... Короче, в любом случае, фулл прокачка. Все классно, подписывайтесь, ждите новые видосики. Жду вас на стриме. Пока.